Более 100 спасателей и пожарных из Управления по чрезвычайным ситуациям Кагула, Каушана и Гагаузии приняли участие в масштабных учениях, проведенных недалеко от населенного пункта Балабану Тараклийского района. По данным ведомства, целью учений является проверка уровня подготовки спасателей, а также оборудования, предназначенного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в стране. По сценарию спасатели должны были ликвидировать несколько чрезвычайных ситуаций. Перед сотрудниками ГЧС стояли такие задачи, как тушение пожаров, спасение людей из-под завалов, извлечение их из колодца, выполнение работ на высоте, ныряние, а также эвакуация автомобилей, попавших в воду из-за дорожно-транспортных происшествий. Цель учения – улучшить возможности вмешательства и принятия решений на местах, а также обеспечить высочайшее качество будущих оперативных миссий.